на вас патриотизм? Патриотизм? Слушайте, такой вопрос сакраментальный. Это что-то такое, о чем не выскажешь словами. Это с этим рождаются. Это когда ты любишь свою родину, когда ты вот в такую погоду пасмурную идешь, да, и ты все равно ее любишь. И когда ты уезжаешь за границу, ты по ней скучаешь. Любовь к родине. Быть верным родине, и все. Не быть предателем. А вы патриот? Я считаю, думаю, что да. Любовь к родине. Что еще может быть? Я не знаю больше что. Это, наверное, вот героизм, как считается, что патриотизм, героизм, там, за родину. Ну, любовь к земле своей, наверное, никак не к людям. А в чем она заключается? Трудно сказать. Мне кажется, жить честно, хорошо, что потом еще можно, я не знаю. Геройство. Ну, это верность родине. Родине. Не знаю, почитание, наверное, родине. А вы патриот? Да, патриот. Любовь к родине, наверное, к тому месту, где ты живешь. Гордость за это место. Я считаю, что любовь к родине – это представлять ее интересы за пределами нашей страны. И считаю, что нужно гордиться своей родиной, и чтобы другие страны тоже понимали, что мы гордимся, что живем в этой стране. Ну, любовь к родине, вера в свою родину. Ну, защита своей родины. А как лично вы проявляете любовь к родине? Любовь к родине? Ну, в работе, можно сказать. То, что остаем, живем тут, остаемся жить.